Все витамины в банке не закатаешь, их надо успевать есть свежими. Самое трудное – убедить детей в том, что фрукты и овощи вкуснее шоколада и прочих сладостей. Это под силу разве что мастеру по карвингу, то есть по художественному вырезанию из овощей и фруктов. Карвингист, конечно, не волшебник, но тыкву превращает в карету, арбуз в букет роз, грейпфрут в диковинную птицу. Очень часто люди путают искусство карвинга с творчеством кондитерским, то есть принимают такие работы за торт или какие-нибудь украшения из марципана. Дети вырезанием по овощам и фруктам увлекаются мгновенно. После одного мастер-класса они даже картошку в суп режут исключительно в форме сердец и цветов. Для затейливых надписей и сложных рисунков нужны специальные инструменты. Новичкам хватит ножа, ложки и зубочисток. Ты пили, пили, ножом главное пили. Во-о-о, вот так вот, давай. Настя Блинова в свои 6 лет уже искушенный повар. В гостях у бабушки учится печь пироги, торты и пирожные, жарить картошку и котлеты. Дома меню куда строже и, наверное, скучнее. Я вообще считаю, что это очень полезно и приверженец приготовления салатов, здоровой пищи и всего такого, в отличие там, от родителей и так. Поэтому стараюсь, чтобы на столе всегда были свежие овощи и фрукты. Для приготовления пестрого павлина используют любые фрукты и ягоды. Основу делают из грейпфрута, голову из груши, хвост из всего, что есть под рукой. Ананаса, банана, яблоко или дыни, например. Мастера назовут диковинную птицу блюдом восточной кухни. Дело в том, что карвинг делится на азиатский, когда из фруктов вырезают скульптуры, животных, иероглифы, и европейский. Это украшение из редиса, редьки, огурцов. Ничего трудного не было такого. Вы знаете, что трудно? Ну, пробовать школку снимать эту. В Россию карвинг совсем недавно перекочевал из Европы. У нас за 1000 лет ни один повар настолько легкомысленно к еде не относился. За время, потраченное на украшение арбуза, можно приготовить полноценный обед из 3 блюд. С другой стороны, если все остатки после творчества засолить, сварить, насушить и перекрутить, то получится не 3, а 33 полезных блюда. Наталья Санеева, Владимир Колобов, Александр Грибов. «Однажды утром».